Эй, всем привет, друзья, с вами я, Тумка, и добро пожаловать в новые будни гриферства. Сегодня мы находимся в анархии, но я не один. Со мной мой эксклюзивный гость, моя девушка Надя. Привет, ребят. Сегодня мы вместе с Наденькой будем гриферить игроков в Майнкрафте. Это уже третья часть нашего гриферства, и если вы ждали его, то обязательно поставьте лайк. Там подошел какой-то левый чувак, и возможно это даже наш подписчик, потому что после вчерашнего ролика, точнее после предыдущего ролика, к нам зашло очень много подписчиков на сервер. Оп, он резко быстро оделся, почему у меня так не могу? Мы тоже с тобой оденемся, но, ребята, наверное, вы удивлены тому, что в прошлой части у нас был офигенный дом, офигенная база в небесах у нас была, у нас были вещи, а сейчас мы просто голенькие без ничего. Что случилось, скажи мне, а? Сервер обновился, что я могу тебе сказать? К сожалению, обновился сервер, вайпнулся, из-за этого у всех потерялись все вещи. Но это будет интереснее, потому что сегодня первый день, когда все начали выживать, и тут никто не успел, наверное, запривадить свою базу. Поэтому сегодня мы вам покажем самое беспощадное гриферство. Я буду ассистентом Нади. А, может, наоборот, все-таки, нет? Нет, ты будешь сегодня главным грифером, понимаешь? Ну, это-то понятно, но все-таки помощь мне нужна будет, да. Ладно, помогу немножко так уж и быть. А вы, ребята, помогите лайком и, не знаю, чем они еще помочь нам могут? Может быть, они могут подпиской помочь. А, подписки, точно, друзья, пожалуйста, не забывайте. Колокольчиком, точно. Ой, спасибо, спасибо, что напомнил. Пожалуйста, не забывайте, ребята, делать эти действия, это нам будет очень сильно приятно. Давайте наберем 5000 лайков для новой серии. Ну, а мы полетели, прыгаем вниз. Ту-ру! I believe I can fly. Вау, я появился в каком-то болоте. Окей, ну я, как обычно, в лесу. Так, смотри, я сейчас к тебе телепортируюсь, и мы с тобой пропишем кит-стар для того, чтобы начать развиваться. Итак, ребята, эпическое перевоплощение. Через 3, 2, 1, хопа, мы вернулись, отлично. Так, и теперь мы будем идти искать наших врагов. Но для начала нам нужно будет как минимум проапгрейдить наше оружие, потому что, извини меня, солнце, с деревянным мечом я тебя не пущу никого гриферить. Ну, я и сама не пойду, я тебе больше скажу, я вот только свинку сейчас убью, а то покушать надо. О, свинка нормальная тема, хотя нам тут подкинули яблочек. О, эти яблочки я тоже люблю. Слушай, а если свинья с яблоками? Почему так нельзя сделать в майне? Свинья с яблоками зачем? Ну, и берешь свинку, вставляешь яблочко в рот, специи там и запекаешь. Не, знаешь, вот так вот получается. Я вот об одном очень много думал. Почему нельзя делать шашлык? Вот настоящий реально костер, и там, короче, свинья на нем жарится. Да, вот, кстати, обидно. Хотелось бы. Это было бы офигенно. Итак, смотрите, прикол в том, что на сервере больше игроков, чем обычно, поэтому я думаю, находить игроков будет нам легче. Это немножко так упростит задачу в поисках гриферов или поисках обычных игроков. Ё-моё, ты прям беспощадный убийца. Спасибо, мой охотник. Боже, добычик. Да нас сырая, ну ладно. Понимаете, кто добытчик в нашей семье, ребят? Понимаете? Ладно, короче. А, пойдем сейчас туда. Слушай, тут шахты нашел, шахту. О, точно, да-да-да, я ее пробегал. Пойдем со мной. Так, сейчас будем искать здесь какие-то руды и как минимум добудем немножко камня. Итак, дорогие мои друзья, вот что мы успели добыть тем временем. У нас появилось немножко железа, ну как немножко, 28 блоков переплавляется. А плюс вот ты уже, вижу, переодеваешься. Ну чуть-чуть, я же девочка. Солидная моя гриферша. Ладно, ребята, сейчас мы пойдем гриферить, наверное, уже людей, потому что у нас уже появилось довольно много железа. Мы можем уже скрафтить себе броню, как минимум. У меня уже меч железный. О, кстати, скинь мне, пожалуйста, свининку, которую я тебе отдавала, я переплавлю. Ну, что готовы. Осталось, по крайней мере, я тебе кинул ее остатки, 3 штучки. Ты сырую свинину жрал, серьезно? Ну, блин, голодал же, ё-моё, что делать могу? Что поделать? Сейчас будем все переплавлять, будем все жарить. Пока у нас вот, ребята, все переплавляется, мы спешим вам напомнить, что мы профессиональный грифер, уже 2 серии подряд с грифером, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, если вы хотите продолжение, потому что если этот видеоролик наберет 5000 лайков, то мы запишем продолжение на этом сервере, на другом сервере, я не знаю. Если у нас все будет здесь хорошо, то продолжим так и на этом сервере. Ауч. Меня моя женщина бьет. Что не так с этим миром? Ну, извините, рассвет. Это от любви такой сильный. Чёрстки. Ой, боже, какое небо красивое. Да, оно обалденное. Да. Просто бомбезное. Да, ну бомбезное. Ну все, переплавляем железо, ребята, идем в поиски игроков. Ребятушки, ребятушки, побежали, долго искать побежали, не пришлось. Да, мы нашли уже какую-то морская капуста. Мы нашли, подожди, ребята. Я ее хочу убить немножко. Но... Давай, блин, у нее железный меч, алло. Да, ее нужно у меня ударить. Деревянный. Ее надо ударить для того, чтобы она не могла ливнуть. Ребята, мы нашли самый редкий экспонат. Это настоящая морская капуста. Ты умничка! Молодец, давай убиваем ее. Так, убиваем ее, помогаем. Помоги, помоги. Так, стой, 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 морская капуста. Ты на кого покушаешься, а? Типа. Ох ты ж. А, я пылесоса, я пылесос. Офигеть, это первое сегодняшнее наше убийство. И, кстати говоря, очень четкое, у нее было дофига руд. Офигеть, у меня просто с нее стак железной руды. О, найс, а у меня 2 стака угля. Слушай, это настоящий шахтер. Мы попались, ребята, против самого настоящего шахтера и добыли офигенно много ресурсов. Зая, алмазик, убегай! Убегай за мной быстро!
беги, солнышко, убегай. Ты интересный такой, блин. Я еще резче бы сказал. Боже мой, я сам испугался, он алмазник. Так, смотри, нам нужно бежать как можно быстрее, как можно дальше. А он все еще бежит за нами? Фух, я не знаю, вроде как нет. Слушай, он, конечно, не бежит, но на всякий случай давай убежим от него. Замечательно, мне так нравится. Потому что я очень сильно не готов пока с ним сражаться. Но, возможно, ребята, в этой серии мы постараемся с ним за ПВП, что даже убьем, может быть, загрифрим даже какого-нибудь алмазника. Для начала... Слушай, вот в этом моменте нам очень не хватает лошадок, потому что, типа, у меня много яблок с нее выпало, и сейчас бы прирученную лошадку, и мы бы просто уехали в закат. Уехали в закат, кстати говоря, идея хорошая. А тут поляна, и смотри, на поляне чаще всего встречаются лошадки. Пойдем поищем. Тихо-тихо-тихо, Надя, быстро ко мне нашел чувака, быстро поймем. Миша, давай. Фигарь, можно его, я его так? Да-да, фигарь его. Я спешу, там еще кто-то есть. Внизу какая-то девчонка, железница. Так, я ее убиваю. Все, отлично, значит, куда-то упадет. Стоябок, куда пошла, дорогая, молодая, куда пошла? Я убил ее, давай. Фигарь, эту адская мамка, что? О, да. Отлично, умничка, просто ой, два килограмма. Как тут ботинки вштырило. Да, у меня стейки вштырило точно так же. И тут, мне кажется, тут алмазы лежат, слышишь? О, алмазы? А, я не знаю, но тут вроде как что-то такое голубенькое у меня засверкало. А, наверное, это был лазурит. Ой, у тебя там, я чувствую, у меня, весело, у да? У меня алмазная кирка, очень много ресурсов. И на самом деле, это офигеть, какая крутая база. Интересно, это собака? А, я не знаю. Подойди сюда, вот просто посмотри в угол. О, песика замуровали, давай спасем песика. Ребята, это... Ай-яй-яй, песик нас... А, зачем он меня грызет? Что я тебе сделал, песик? Я тебе жизнь спас. Видимо, это был один из песиков тех. Его же убить нужно, да? Его не... Блин, я не хочу его убивать, как бы я его спасти его наоборот хотел. О, стой, он съел. Все нормально. Мне кажется, ты его яблочками своими приручила. Я его не трогала, я тебе больше скажу. Понятно. О, подожди, а что в сундуках? У меня для тебя есть один сюрприз. Смотри, попробуй надеть это на себя. На вторую руку, знаешь, в инвентаре там, где щит есть справа от твоих ног, вот закинь это туда, и ты сразу станешь... Оу, да, максимально ПВП. Нажми два раза F5. О, слушай, что это за рот? Смотри, это щит. Я не знаю, это такой прикольный рисунок, это щит, и каждый раз, когда нажимаешь правой кнопкой мыши, тебе не наносят почти урона совсем. О, я это пробовала сегодня со скелетами. Да, короче, это просто... Прикольно. Это просто успех. Вы посмотрите, сколько у нас тут вещей, но, к сожалению, нет алмазов, конечно, и в основном все эти ресы у нас уже есть, но ничего страшного. Пускай будет запасная железная броня, и зато мы, ну, почти что загрифили одну базу. Так. Капец, тут вещей, конечно. Да, вещей полно. Мы, конечно, не разрушили эту базу, но там один сундук, я думаю, было достаточно того, что мы двух убили. О, там еда, там нужно еду отсюда. Ой, ну извините, хавчик это святое, так что хавчик, естественно, подбежал. Еще ко мне подбежала какая-то девчонка. Катанская, смотри, она показывает мне, не надо, нигде не бей меня. Она говорит, не ешь меня, а я думаю, вдруг у нее какие-то крутые ресурсы есть. Так, Катанская, куда пошла? Так, 3, 2, 1, 0. Ай, блин, у нее ничего не было. Так, ну что, я думаю, мы тут уже все сделали, наша миссия выполнена. И нам нужно найти какую-то базу. Я хочу найти вот не просто игроков, чтобы убить, а именно какую-то базу. Базу какую-то. Ну, типа, знаешь, базу, которую мы себе заберем. Какую базу ты хочешь? Весело. Я хочу в небе, либо под водой. То есть меня вот такие привлекают базы. В небе. Ну все, давай тогда искать сейчас в небе и под водой. Ну давай попробуем. Это будет в любом случае весело. Я нашел уже, кстати, в небе что-то, но это явно не база. Это какая-то скрикозябра непонятная. О, ко мне кто-то телепортируется. Нифига себе. Что? Короче. Я телепортировал к нам железника, солнышко, бей его! Солнышко, бей его! Его вас не меч! Бей его, просто бей его, пожалуйста! Бей его, ни о чем не думай! Все, мы убили его! Мы убили его, и у него был алмазный меч! И у него еще зачарованная железная броня. Солнышко мое, ты просто лучшая. Смотри, что я добыл для нас. Офигеть. Слушай, нет, может, все-таки броню мне, а вот это тебе? Как-то это будет более равноценный обмен. Давай, я согласен с тобой, я абсолютно согласен. Блин, этот меч зачарованный. Кстати, нам вообще не придется больше никогда, по крайней мере, как я думаю, ходить и искать еду, потому что у меня 30 стейков, у меня 40 куриц и еще 2 стака яблок. Просто с этих людей все. Все, это просто успешный рейд, я считаю, успешный гриф оппонента. И, кстати говоря, у меня появилась алмазная зачарованная кирка и даже лук зачарованный. О, я сейчас переоденусь. У меня тут... девочка напугала снаружи, катанская. Девочка моя, отойди, пожалуйста. Слушай, знаешь что? Нам, в принципе, в шахту больше не нужно будет идти, потому что у нас железо полно. Ну, в принципе, разве что за алмазами. Офигеть, просто. Ух, так, я даже не знаю, что нам отсюда подбирать. Слушай, подбирай все, что ты думаешь самым драгоценным, а остальное просто оставляй. А я уже в целом все сделала, у меня вот осталось, у меня руды остались, у меня остался меч еще 2 железных, не знаю, правда, зачем. Кайфово. Держи тогда подарочек от меня, там, смотри, кстати, кирка, которую я тебе дал, у нее какое-то название интересное есть, прочитай его.
Что? Что там написано? Отдай Паже ее, я старался 13 дней. Офигеть, кто-то назвал свою кирку так? Да, офигеть. Блин, аж жалко немножко человека стало. Но, ребята, не забывайте то, что мы играем в режим анархии, где самая главная цель — это находить, убивать и гриферить игроков. Поэтому то, что мы убиваем игроков, то, что к нам телепортируются, мы их убиваем, это цель всего выживания. Поэтому это нормально. Пока я моя девушка тут сражается с курицей, бегает за курицей. Она убегает меня. Ай, ладно, слушай. Вот мне кажется, что мы с тобой лучшая команда в гриферстве, потому что мы беспощадные гриферы. Давай, пятюнь, бам. Ну, я боюсь, что не надо сейчас тебе давать пятюню. Не надо мне пятюню мечом давать. Погнали-ка мы еще кого-нибудь поищем. Желательно где-нибудь под водой, как ты хочешь, или в небесах построим дом. Или желательно, как мы же гриферы, мы лучше найдем дом, а не построим, правильно? Да, но мне строить-то лень. Ну, давай все-таки найдем поскорее. Я что-то тоже вдруг слишком ленивым стал. Что-то зачем строить дом? Можно украсть чужой. Мне нравится анархия, ребят. Она мне нравится все больше. Здесь все можно. Так что, вперед, ёбал. Да, это как бой без правил. Но, короче говоря, будем искать. Ребята, мы тут копаемся, и не просто абы куда, и не абы кому. Мы копаемся к мистер Эйлу. Ну, шахта какая-то. Мне кажется, он... А, он пошахтерить, что ли, пришел? Или нет? Подожди, тут какие-то блоки. Мне кажется, мы нашли какую-то базу. Только мне нужны факела. Слушай, мы нашли базу. Это 100%. Но я не знаю, какие... Я слышу звуки боя. Вон они. Так, быстрее, хорошо. Быстрее. Солнышко, давай осторожно, потому что я не хочу терять то, что мы копили так долго. Так, все, давай, мы в доме. Они вот прям. Мы в доме у них. Давай. Так, залетаем к ним. А, не заприватили, что ли, даже? Подожди. У них тут не заприватили. У чувака алмазный меч! Я его ударил. Он не может никуда. У тебя уйти. Тоже. Подожди, зачем? У тебя тоже алмазный он меч. Он меня выбросил, смотри, он мне все свои вещи выбросил. Фонтан из вещей? Что? Так, вот. Братишка, я не понимаю. Блин, я не могу с ним тимиться. Они даже не заприватили свой дом. Чувак, ну мы не можем тимиться, понимаешь? Это анархия, ребята. Я говорил еще в прошлом выпуске. Не предлагайте нам, пожалуйста, тим. Так, какой-то мистер Эл. Ну, что-то вещи какие-то подбирать начал. Давай, отойди отсюда. Они могли свободно запрятать свою территорию, но вместо этого они почему-то нам говорят: не бейте нас! Ладно, может быть, пощадим их. Ну, я не знаю, блин. Блин, хочется как-то убить, но в то же время немножко жалко их. Ребята, давайте так. Мы, значит, уйдем, так некоторые вещички с собой захватим и оставим вас в покое. Договорились. Никто ничего не видел. Так, а не, ладно, знаешь что? Я заберу алмазные вещи, и мы ничего не видели. Так, где этот алмазненький меч? Подожди, о, седло! Скоро... Я нашел седло, и мы можем оседлать лошадок. Оставь седло, пожалуйста, оставь седло. Хорошо, так где? Ну подожди, седлышко наше. Так, друзья, мы заберем у вас седло и оставим вашу хату в покое, не переживайте. Я увижу, ты его не подобрал. Она его подобрала, блин. Не, я подобрала, она тоже седло подобрала. Так, подождите, мадемуазель, седло нам одно подкиньте, нам лошадки надо. Не-не-не, у нее нет седла. Я его подобрала, но в инвентаре у меня. Хорошо. Один, кстати, убегает от нас. Так, ты че нас бьешь? Мы тебе жизнь спасаем, а ты нас еще бьешь. Ладно, смотри, тут еще сундуки есть сверху, но эти уже заприваченные. Да, да. Не, смотри, у них джакузи тут целое, посмотри. Давай, давай, отдохнем. Так сказать, мы заслужили сегодня. Просто какие-то левые чуваки пришли к тебе в дом, и что, и арбузик он тебе кидает. Получается, просто пришли в дом и использовали джакузи. Да, я думаю, они не против, смотри, они такие: только, пожалуйста, держи, на тебе земельку, ты нам арбузики, спасибо. Слушай, мне кажется, мы просто тут в пятизвездочном отеле находимся. Ну что, пойдем? Ладно, пойдем, ребята, было приятно вас погостить. У нас, пожалуй, свои дальше гриферские дела, поэтому мы, пожалуй, что, сматываемся. Как же тут, боже, лабиринт какой-то. Ой, тут еще и магма, фу. Давай вот так просто, короче, по-гриферски выберемся отсюда просто блоками вверх. Ай-ай-ай-ай-ай, горячо, печет, кипяток. А, ты меня одну оставил здесь? Серьезно? Не, сейчас я выберусь отсюда. Телепортируйся ко мне. Ой-ой-ой, кстати говоря, я умираю немножко. Все, ладно, телепортируйся ко мне, я здесь жив. О, крипер. Так, фух. Фух, наконец-то. Это жестко, это было реально жестко. На, держи, у меня для тебя есть один подарочек. Специально для тебя урвал, держи этот алмазный меч for you. О, боже, это так мило. Так, минуточку, у меня один нужно выкинуть. А, постой там, мне нужно срочно кое-что сделать. Очень-очень срочно. Ладно, стой там. Стой, закрой глаза, быстро закрой глаза. Ладно, пойду пока дерево порублю. Нет, я осьминогов поубиваю, во. Да, пусть поубивай спрутов пока что. Все, закрывай глаза и ничего там, если что, не делай, ладно? Ну, хорошо. Все, не переживай, тебе это понравится, наверное. Вот сейчас точно смущает. Ой, я нашла их же. А, точно, она ушла. Дерется с крипером один на один. Ой, я слышу какие-то взрывы, что у вас там происходит? А, я вижу мистер Эл, которая вышла из воды и куда-то текает. Подавайте-ка в нее немножко постреляем. Все, ее больше нет. Сейчас я опыт подберу. Давай, иди, опыт подбери. Она пытается, видимо, смотаться отсюда и перейти в какую-то новую базу, питаться с собой, дерево ухватить. А, нет, ее голова. Все понятненько. Ладно, пускай там живет. Слушай, а может мне вот так лучше? Нет, вернись, пожалуйста, на нормальное положение. Да, спасибо. Ладно. Иди ко мне, у меня для тебя подарочки есть. Я плыву на крыльях любви. Подожди. Кстати, офигеть, у меня целый стак непереплавленной свинины. Представляешь? Ого. А у меня, кстати, стак переплавленный. Нет, у меня полстака переплавленный. Держи, солнышко, ты сегодня очень хорошо гриферила, это тебе. О-о-о.
спасибо. А вот это мне больше нравится. Я знал, что седло тебе, конечно, будет поболее приятно. В общем-то, в следующий раз, я думаю, мы будем искать лошадок. Ребята, если вы хотите продолжение, напишите обязательно в комментариях, и мы обязательно здесь найдем какую-нибудь базу, обустроимся и дальше будем уже пытаться гриферить, потому что у нас уже, понимаете, места нет в инвентаре, у нас инвентарь уже заполненный. Все, а на этом мы, наверное, будем заканчивать, потому что мы уже и так очень много за сегодня сделали. Короче, что у меня в инвентаре? Давай, показывай, показывай. Просто зачем? У тебя печки здесь, верстаки, почему у тебя их так много, да? Че, голова какая-то. А, слушай, печки, кстати говоря, нам очень подойдут, потому что у нас очень много золота, которое нам нужно сейчас переплавить, и железо тоже. Пускай, короче, сейчас пока вещи наши все переплавляются. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и нажимать на колокольчик. Все верно, друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Пока.